Всем привет, с вами Цер. Как вы уже догадались, я в Паттайе. Это мой экспресс-обзор на тему, как добраться до магазина электроники Тупком. А также в этом магазине появился еще очень хороший отдел, назовем его так, хозтоваров. Вот, собственно, вход на знаменитую улицу Волкин-стрит. В 6 вечера она становится пешеходной и изобилует различного рода развлечениями для взрослых. Итак, отправная точка очень простая для нахождения Тупкома. Это Волкин-стрит. Вот это вот улица Бич-роуд, которая идет вдоль пляжа. Взяв любую карту бесплатную, можете легко сориентироваться. Тук-туки идут с той стороны и идут, как вот видите, вот завернул один тук-тук, поворачивает в сторону Second Road. Сейчас мы с вами туда и проследуем. Лучше выбирать сторону дороги, которая в тени. Чтобы лишний раз не париться, особенно в солнечную погоду. Как вы видите, тук-туки, выезжающие с Second Road, останавливаются, выезжающие с пляжной улицы Beach Road, останавливаются у перекрестка и заворачивают потом на Second Road. Едут по кругу. Поэтому, если вы едете с Beach Road, то вам нужно выйти здесь, либо сразу за поворотом, бывает, он останавливается, либо вы нажмете кнопку, и он вам остановится. Вы попадаете на перекресток. На карте он отмечен как перекресток со светофором. И очень удобный ориентир. Здесь маленькая полицейская будка.
относительно маленькая. И перекресток имеет вот такой вот островок безопасности с этой полицейской будкой, поэтому спутать его с другим перекрестком просто невозможно. Слева нашла Second Road. По ней можно добраться до торгового центра «Фестиваль» знаменитого. Там можно на подвальном этаже взять себе интернет. Я в этот раз взял себе мобильный интернет 300 бат. 50 бат еще, по-моему, за симку там берут. И безлимитная связь. 1 мегабит в секунду скорость. Вполне хватает даже, чтобы YouTube смотреть. Ну, иногда, правда, подтормаживает, но не критично. Справа улица уходит на Джамсен. Слева можете видеть множество тук-туков, которые стоят и по очереди заполняются пассажирами. Как только он заполняется, он отъезжает на Джамсен. Обойдется вам поездка 10 бат. Где вам нужно выйти, нажимаете кнопку, останавливается, платите водителю 10 бат и вот, и свободны. Так, что, пойдем в Туком. От Туком нужно идти прямо через перекресток мимо будки. Опять же я выбираю теневую сторону. Справа школа. Слева буддийский храм. Кто исповедует буддизм, можете посетить. Школа. Вот, собственно, храм. Традиционная в Таиланде попрошайки. Думал, как бы так помягче назвать, ничего не придумал. Вот в тенечке следуем в сторону Туккома. Здесь различные вещи, магазинчики небольшие. Продуктовые. Различная косметика. Здесь вот неплохой фруктовый рынок. Можете посмотреть цену. В батах развивался. Там в глубине вход продуктовый рынок, там можно приобрести креветки, морепродукты различные, курочку, а также овощи. Здесь в основном фрукты, даже не в основном, а фрукты, овощи в глубине. Главная цель этого экспромт-обзора – показать вам дорогу в Туккому, поэтому не останавливаюсь подробно на лавочках многочисленных. А также хочу показать очень интересный отдел хозтоваров в Туккоме, потому что про электронику в Туккоме, думаю, все уже наслышаны многократно на YouTube. А вот этот интересный полезный отдельчик
я пока не видел. Ну вот, собственно, можете видеть вывеску этого магазина Tucom Eat Mall. Уже подошли. Буквально 5 минут быстрым шагом. Проследуем внутрь. На первом этаже тут всякие шмотки, в основном поесть можно. Больше всего всех туристов интересует второй этаж. На нем представлены мобильные телефоны, как официальные, так и непонятно какие поддельные, плюс множество аксессуаров для них. Савадикап. Савадикап. Савадикап, кто не знает, это здравствуйте по-тайски. Так, ну вот, соответственно, видите, множество. Всего, что хочешь для мобильных телефонов. Это вот на втором этаже. На первом этаже всякая ерунда, поесть, часы. Едем на третий этаж. Так. Здесь всякие мышки-наружки. Беспилотники. Фотоаппараты. Останавливаться тоже не буду подробно. Вот сельхозотдел. Так, четвертый этаж. Опять же, мышки, наушники, клавиатуры и компьютеры. Кстати, здесь можно взять под заказ, если нет чего-то. Вот в этом отделе я себе заказал процессор, который должен сейчас буду получить. Собственно, за ним я и пришел. Ну, заодно решил снять обзор. Вот тоже хороший отдел, большой. Самые нормальные два магазина — это вот Jeep с хорошим, неплохим ассортиментом, и можно под заказ заказывать спокойно. И вот этот банана. Так, идем дальше. Так. Вот, собственно, считаем. Раз, два, три, четыре, пять.
опять пятый этаж, хотя почему-то написано четвертый. Да, запутался я в этажах. Возможно, цокольный этаж не считается. Ну ладно, неважно. Разберетесь на месте. Ну и вот, собственно, замечательный отдел. От батареек. Называется Мистер Ди. Проведем быстренькую экспресс-экскурсию. Инструменты, смесители, различные переходники, карабины, опять же чехлы для телефонов, наушники. Инструменты, ручной инструмент различный. Мультитулы какие-то есть. Даже валики. Можно покрасить что-нибудь. Так, ну больше всего интересно не это, конечно. Хотя вот можно и машинку купить, подстричься кому надо. Срочно, самостоятельно. Так, в общем, есть все, что душе угодно в этом хозяйственном магазине. Вот и ракетки можно купить, бадминтон поиграть. Держатели для телефонов различные. Вот можете цены посмотреть. Так, что-то цены не видно. Ага, здесь вот есть. Для машины разные штучки. Даже можно для ремонта взять колес. Так. Накладки на зеркала для просмотра мертвых зон. Вот интересный отдел, где можно взять различные емкости для занятия спортом. Там коктейльчик с собой или воду в спортзал взять. Всякие разные, обратите внимание. Это, наверное, больше для детей. Контейнеры различные. Обратите внимание, есть очень интересные контейнеры тут. Вот такие, с вилкой, с ложкой сразу. Причем такие довольно прочные, пластмассовые. Кто любит на работу с собой таскать завтраки, вот рекомендую посмотреть на такие контейнеры. Разумеется, вешалки различные, комплекты, тряпочки, щетки зубные, различные крючочки, бритвы. Чехлы для гладильных досок, для одежды. Есть даже вот вакуумировать можно одежду, экономить место. В шкафу 70% места экономится, если верить. Отлично.
хозяйственные варежки, аксессуары, так это назовем. Электронные весы можно приобрести. И очень незаменимая вещь, на мой взгляд, для туристов. Это вот такой безмен. Всегда можно проконтролировать, будет ли у вас перевес в багаже, и подобрать соответствующую расфасовку. Что-то вручную класть, что-то в багаж, чтобы у вас не превышало допустимый вес, нагрузка. Я себе такой приобрел, только черный. Вот последний вот он был. Цена на него такая же была. 310 бат. Ну, тут замечательные кепочки, шапочки для дам и не дам. Шапочки даже есть. Вот такие вот козырьки. Очень удобные для женщин. Ценники можете видеть. Очень недорого. Шапочки. Различные пакетики, бижутерия. Тоже приемлемая цена. 8 бат моток. Щечники. Очки. Здесь принадлежности канцелярские разные. Вот здесь интересный отдельчик. Можно перчатки на занятия спортом выбрать. Нинчак есть. Шлемы. Скакалки. Ортопедические приспособления различные. Даже гантельки имеются. Здесь всякая ерунда пошла детская. Ну, можно, если есть желание, ребенку что-то прикупить из игрушечек простеньких. Есть вот такие портмоне. Какие-то кошелочки. Зонтики, какая-то косметика, либо, это не косметика, это различные контейнеры под косметику, расчески, в общем, все, что надо, есть в этом магазине для хозяйства и не только. Что-то для ухода за машиной. Еще какие-то держатели. Так, ну вот, собственно, и все, что я вам хотел рассказать про этот отдел. Верхний этаж IT-сити, слабо посещаемый, там тоже можно для компьютера посмотреть. Так, он, как считается,
пятый этаж. Давайте пользоваться официальной терминологией, значит. Пятый этаж, шестой вообще закрыт. Пятый, четвертый, да. Значит, еще раз говорю, этот магазин на четвертом этаже. Очень замечательно, рекомендую. Всем спасибо за просмотр. Удачи, а я пошел за заказанным процессором.